Видел? Давай. Мы будем лететь как самолет? Давай, полетели. Сейчас собираюсь в дорогу. Вышла вторая серия «Дом 3 на минималках». Сейчас выложу чуть позже у себя в публикации. Это писец ржака. Отвечаю вам, капец как понравится. Следите за моей страницей. Кто? Кто кого догонит? Догоняй Гешу, Роберт. Ну, Гешу догонишь? Друзья, всем привет, всем отличного настроения хочу пожелать. Мне немножко и грустно, и радостно, потому что я еду к родителям с сестрой повидаться. И иду сейчас попрощаться с Робертом. Уже капец как скучаю по нему. Сейчас, сыночек, давай, я поехал к бабе Оле. Ты слушайся маму. Я по тебе скучаю. Угу. Целуй давай папу быстро. Все. Всем привет, друзья! Это мой папочка. Вот. Сейчас попозже покажу, что мне мамочка приготовила с папочкой. Какой подарочек. Вот она идет. Сейчас покажу. Так, а вон и мамочка. Господи, Саш, я только из ванны вышла, и ты меня держишь. Это тебе, мамусечка. Это вместо тебе. Чего? Это вместо лилии. Я знаю, что ты лилии любишь, вот, но я тебе нарвал сирень. А подарки нам? Подарки сейчас распакую. Ну ладно. Мамочка, привет. Простите, я только из ванны вышла. А Саша тут налетел. Что вы мне там приготовили? Что мы приготовили? А мы с папой вот. Уедет вдруг и не приедет потом долго. Решили. Как это вообще офигенно, блин, нифига себе. Слушайте, я сейчас обязательно сниму видеообзор. Мамочка, спасибо тебе за... О, ничего, с паспортом там еще? Можно я сниму видеообзор и покажу? Можно. А ты что свой подарок, тут букет, главное, оставил там? Блин, ребят, гляньте реально, какие клёвские часики мне мама подарили с папой. Я этот... Очень хочу с вами поделиться. Я сейчас отмечу магазин. Реально подпишитесь, зайдите, посмотрите, какие там классные вещи. Спасибо мам с папой. Ю-х. Друзья, а еще классная новость. Магазин решил сделать подарок для моих подписчиков. Подарить уникальный промокод GABOZOV15 при заказе у них в магазине часов на их страничке. Сейчас отмечу все и напишу промокод. А вот и приехала моя любимая сестреночка. Вот она, моя сладенькая. Кстати, смотрите, как я на видеошке монтирую. А мы сейчас едем фоткаться на красивый закат, на гору. Блин, ну это на самом деле не описать словами, как тут красиво. Просто, блин, мой любимый Лермонтов. Блин, смотрите. Где я тебя сфоткаю? Смотрите, закатом какой. Блин, его жалко. Я там на фотке сейчас видно будет. Наши горы, Бештау. А это самая, как это сказать, изюминка, красота Кавказа. Это моя сестреночка. Вот, куда она меня привезла. Капец, красиво как.
Всем привет, дорогие друзья! Мы желаем всем улыбок, хорошего настроения. Я еду в Белоруссию. Белоруссия, встречайте меня. Будут гастроли клевые. Сейчас попозже расскажу все. Ну, предыдущий сторис видели, да? Целую, давай. Успехов тебе, Саша. Друзья, всем привет! Я в аэропорту в Минводах, вылетаю в Москву, из Москвы в Белоруссию на открытие клуба «Парк Дом 2», город Молодечно. Белоруссия, город Молодечно, встречайте, будет круто, будет весело, будем зажигать!